Для тех, кто меня не знает, меня зовут Михаил Рукинов. Кроме того, что я сольно исполняю свои концертные программы, также являюсь я руководителем, основателем ансамбля «Премьера Арт Бенд», с которой мы очень много интересного наделали, очень много интересных программ, среди которых аргентинская танго, огромный концерт из музыки Астора Пьяццоллы, музыка Энни Морриконе, огромная программа, посвященная маэстро Морриконе, от Баха, Битлз и многие другие. Нынешняя программа, которую я сегодня представляю, сегодня здесь тоже, и последнее время. В прошлом году программа была, называлась «Весна». Так интересно, «Весна», и программа шла даже зимой, и так на афишах было написано «Весна», и так это согревало очень. Вот. Программа называется «Обними мир». Но сегодня попробуем мир обнять, немножко приобнять. Что значит обнять мир? Это пройтись по каким-то стилям, жанрам и народам разнообразным, населяющим нашу планету. Приобнимемся с вашей помощью, конечно. Нас немного, но мы в тельняшках, по-моему, да? Тельняшка есть? Реально, да? Хорошо. Одна из последних программ, о которых я не сказал, с моей группой, которую мы сделали. Группа называется «Премьера Арт Бенд». Кому интересно, в интернете посмотрите. Называлась «Цыганский джаз». «Цыганский джаз». Что это за музыка? «Цыганский джаз». Основателем считается знаменитый гитарист Джанго Рейнхардт. То есть вот такая программа интересная, цыганский свинг. Вот такая, цыганский свинг. Все знают, кто вот ходит выступать в джазовые клубы, кто это такой прекрасно, что это гениальный гитарист, который начинал как гений, совершенно гениальный гитарист, с детства вытворял на гитаре такое, что просто не снилось никому. Потерял два пальца. Случился как-то пожар в таборе, потерял два пальца, но это не мешало ему оставаться технически развитым гитаристом. То есть он вытворял и оставшимся тремя такое, что и шестью некоторым не удавалось. Джанго Рейнхардт. Ну, много.